новая станция Шелепиха. Посмотрите, какой дизайн. Черная, белая и желтая. Современная станция, красивая. Смотрите, сколько много народу. Цены, конечно, не дешевых, но вещи отличные. Такой же магазин есть в Финляндии. И вот в Москве единственный магазин. Почему люди не летают? Видите, в шариках там разный пластиковый мусор.
улице такой дождь сильный. Слышите, как шумит? Но тепло. Очень тепло на улице. Градусов 8. И это ноябрь. Смотрите, какую прекрасную розу мне подарили в магазине. Но не только мне, а всем давали. Видите? Тут такая бирка на ней, что 3 ноября откроется магазин «Подружка». Вот. И скидка будет 15% на косметику и парфюмерию. Угу. И вот давали такую живую розочку. Прекрасная розочка. Ну-ка я ее посмотрю. Ну, какая красивая. Вот так вот